это очень важное событие. На территории медицинского городка открывается у нас такой аптечный пункт с возможностью круглосуточного обслуживания наших жителей, родственников либо пациентов, у которых возникает такая необходимость уже в ночное время приобретения медикаментов. На территории медицинского городка это единственный, скажем так, круглосуточный аптечный пункт, который будет здесь находиться. До этого его не было. И были большие проблемы с приобретением медикаментов, которые возникала такая необходимость на территории медицинского городка. Нужно было ехать в другую часть города. Соответственно, это были жалобы. Люди как бы это не удовлетворяло. Поэтому это, ну, намного облегчит ситуацию именно в плане сервиса и приобретения именно тех медикаментов, которые, еще раз повторю, необходимы будут и недостаточно, которые в лечебном учреждении.